глобальный фестиваль фильмов «Эмиграции» — это эффективный способ рассказать людям эмиграции с другой стороны, с человеческой. Показать истории эмигрантов для того, чтобы мы могли представить себя на их месте, подумать, как бы мы поступили в этой ситуации. Возможно, это способ поменять наше представление о мигрантах, о миграционных процессах и, конечно же, избавиться от стереотипов. Сегодня в Минске проходит второй киносеанс глобального фестиваля фильмов «Миграция». И мы очень рады, что залы полные, нам приятно получать отзывы зрителей. Мы рады, что фильмы не оставили никого равнодушными.